Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы смотрите наш канал «Что, где, когда. РФ». Совсем скоро на Первом канале начнется прямой эфир программы «Что, где, когда». Вторая игра весенней серии. Не удивляйтесь, у нас сегодня так холодно в Нескучном саду. На прошлой неделе было еще холоднее. Прямой эфир, вот только что нам звонили из Останкино, из центральной аппаратной, прямой эфир будет, начнется в 22 часа 38 минут. 22:38. А сегодня играет команда Елены Потаниной. Она четвертый сезон сегодня свой начинает в этом составе. Интересная судьба у этой команды. Три игры подряд были проиграны. Последнюю, вы помните, прошлой зимой команда выиграла и получила возможность отыграться. Поясню, если сегодня команда выиграет у телезрителей, она станет полноправной командой этого сезона 2018. Если проиграет, больше в этом году мы ее не увидим. Ну а сейчас я предлагаю вам вспомнить, как выглядят игроки команды Елены Потаниной. Уважаемые телезрители, а у нас в гостях наши гости с форума. Ребят, вставайте поближе друг к другу. Это Антон Ивонин, он справа. Сергей Караваев слева. Антон к нам приехал из Перми. Прилетел или на поезде? Прилетел вчера. Как раз вот день был освоиться. Ну и за одним 10 марта в годовщину смерти Владимира Ворошилова посетить Ваганьковское кладбище, возложить цветы создателю игры. Поэтому вот сегодня второй день уже. Да, вчера был этот день. Мы сейчас видим фотографию создателя нашей программы Владимира Ворошилова. Сергей Караваев из Мичуринска. Это Тамбовская область, да? На поезде? На поезде. У нас сейчас очень удобно. Сидячий пассажирский вагон из Воронежа мимо Мичуринска и в Москву. 4 часа, и я уже здесь. Но я приехал значительно раньше, у меня была обширная программа. Я уже посетил матч ЦСКА «Лион» и успел навестить родственников в Москве. То есть времени зря не теряете. Нет. Вы. Хорошо. Когда вы узнали, что вас пригласят именно на игру Потаниной, какое было чувство? Хотелось на другую, может быть, игру или вам не важно? Вот расскажите об этом, Антон. Любое приглашение на игру, оно само по себе, вот не разбираешь, на чью игру. Когда узнал, что на игру Елены Потаниной, так очень обрадовался, потому что команда, которая вот дали дополнительный шанс в том году, и которая сейчас есть такое особенная игра в этом году, я думаю, что и почти уверен, что команда будет бороться, и вот мы в игре увидим весь тот накал страстей, и вот то, что вот игра и нерв будет в этой программе, я думаю, что вот у меня вот ощущения были самые приятные. А в любом случае, даже если бы и иная игра была, это все равно. Возможность прикоснуться к игре – это вот самое главное, что есть. Вот. Понятно. Сережа, а у тебя какие были чувства? Я не буду лукавить. Среди команд клуба есть те команды, за которые я болею, например, команда Балашиха-Касумова. Но вот та игра в присядку по-настоящему влюбила в себя. И я очень надеюсь, что знатоки сегодня выиграют. Я буду всем сердцем болеть за команду Елены Потаниной. Ты болел не за Аскерова команду, а за команду Потаниной? Я болел за команду Потаниной, да. Понятно. Ребят, что вас привело сюда, в Нескучный сад? Ведь говорят, что по телевизору смотреть намного интереснее, все лучше видно. Вот что вас сюда привело? Антон. Ну, это давняя история. Это вы, Евгений, любите вспоминать разные истории. Я вот так же скажу, что это был финал 2015 года, игра Балашиха-Касумова. И вот как раз вот примерно с этого времени вновь начал активно смотреть игру и задумался, а вообще есть ли такая возможность попасть на игру зрителям, посмотреть, как вот действительно все изнутри. И вот прошерстил тему, узнал, что есть форум, что могут люди сюда попадать. И таким образом вот терпеливо начал ждать самую первую подачу анкет. Была не самая удачная, и вторая, и третья, и так далее, и так далее. Но в конце концов... С какой попытки ты к нам приехал? Это 8-я попытка. По-моему, это рекорд. Ну да. То есть вот у меня игра идет всегда через неделю.
Соответственно, я стал больше пробовать смотреть в прямом эфире. Но уж если в прямом эфире посмотреть, почему бы не попробовать посмотреть, как это все идет изнутри. Вот. В Перми не идет в прямом эфире игра? Нет, там, к сожалению, только через неделю. Потому что в Перми плюс 2 часа по отношению к Москве. Да, совершенно верно. Вот, но редакция пригласила на игру. Интересно очень посмотреть, сравнить впечатления от телевизора, как вживую это будет. Ну, думаю, что игра будет очень, очень нервной, но в хорошем смысле этого слова, и будет на что посмотреть. Вот. Сереж, в зале еще не был? Нет, в зале не был. Я, если уже тоже вдаваться в историю, здесь побывал в первый раз в 2016 году, побродил за забором, посмотрел. И для себя четко решил, что стоит побывать и внутри. После этого я вспомнил, что есть форум, и решил попытать счастье, подав анкету. Возможно, еще одной целью попасть в домик стало то, что с недавних пор я в Мичуринске провожу турниры для детей, для школьников. И вот хочется все-таки чему-то научиться и здесь, посмотреть, как это проходит на самом высоком уровне. Ну, чтобы самому становиться лучше. Твои ученики сейчас нашу трансляцию смотрят? Я надеюсь, что да. Передавай привет им. Команда «Максимум», вы лучшие, я вас верю. Впереди чемпионат Тамбовской области, мы должны победить. Извини, а команда «Минимум» у вас есть? В нашем... Нет, не встречалась. Максималисты у вас все. Моя команда «Максимум», да. Есть еще «Мафия», есть... Шестеро из Мичигана и так далее. Там много команд. Вот, ну, как только я начал этим заниматься, школьники стали более активно участвовать. И вообще в Мичуринске педагоги, мои коллеги, подхватили тему интеллектуальных игр. Антон, я знаю, ты поешь в хоре, вообще увлекаешься музыкой, играешь на нескольких музыкальных инструментах, мне разведка донесла. Скажи, к музыкальным паузам что, где, когда? Какие ты предъявляешь требования и нравятся ли они тебе? Ну, я не то чтобы там прямо самый такой великий... Чтобы я не сказал. Чтобы предъявлять к музыкальной паузе, нет. Как говорил создатель игры, это... возможность снять, потому что игра не может все время идти нервно, снять просто, переменить обстановку. В любом случае, для музыкальная пауза – это яркое, красочное выступление вот между поворотами волчка. Поэтому и вот. И что будет в сегодняшней музыкальной паузе? Не спрашиваю, знаю, что всегда не отвечают на этот вопрос. Не скажу. От вас, Евгений, ничего не скроешь. Да. В хоре я пою, действительно, я поступил в музыкальную школу, закончил ее и после этого остался петь в мужском хоре. Там мужской хор и совместно с мальчиками выступаю. Ну что ж, ребят, я желаю вам получить удовольствие и, может быть, спасибо. После игры вы со мной поделитесь им. Конечно. Впечатлениями, я имею в виду. Конечно, конечно. Спасибо, Евгений, что спасибо. У вас была небольшая затравка. После игры для вас приготовлен небольшой сюрприз. Интересно, спасибо. Продолжаем трансляцию. Добрый вечер, Евгений, здравствуйте. Молодой, свежий, красивый, стриженный Михаил Скипский. Косичка осталась? Да. Осталась. Замечательно. У меня к вам есть какая-то маленькая географическая справка. Вот сейчас вы разговаривали с гражданами города... Мичуринск. Мичуринск, да. Так вот, Тамбовская область. Город Мичуринск прежде назывался город Козлов. И Андрею Анатольевичу это, наверное, должно быть очень приятно. Я ему передам, Миша. Это будет последнее, да, что Козлов обо мне узнает, я понимаю. Козловский волк, получается, да, Тамбовская область. Да. Миша, как ты готов к этому сезону 2018? Ну, хочется верить, что готов, но, честно говоря, мы еще не готовились. Мы же играем еще в конце лета, а сейчас вот прям глухая зима еще. Даже весна не наступила. Как сын Петя поживает? Сын Петя растит зубы, пытается ходить на двух ногах. Кусает уже тебя? Кусает, да. Неплохо, сын Петя вполне бодр, да. И весел, дает нам жару, да. Говорим о команде Елены Потаниной. Там наверняка много твоих друзей играет, да? Ну, я, честно говоря, прям персональный болельщик Миши Карпука. Мы с ним поиграли тут летом на фестивале.
И мы с Мишей Муном потом ехали... Привет, Балаш. Привет, как дела? Отлично. Мы с Мишей Муном ехали потом из Пярну в Петербург на машине, сколько там, часов 6-7 ехать, и из них мы полдороги точно обсуждали, какой классный Миша Карпук и как круто с ним играть. Поэтому, да, я Я с Мишей тоже играл на чемпионате мира, он за сборную Азербайджана играл. Что не странно, Брейлинг играет за сборную России, например. Миша Карпук самый сильный игрок команды, я правильно понял тебя, Миша? Нет, может быть, он не самый сильный игрок, но он просто мне наиболее симпатичен, да, вот он просто, он самый приятный парень, да. Балаш, наверное, больше за Рому переживает. Миша разбирается в приятных парнях, а я скажу, что в этой команде что много сильных знатоков. Мне очень нравится, как играет Рома. Миша хорошо играет. Замечательно играет и Еми Тревели. Да, каждого можно. И неправильно, наверное, кого-то отдельно отмечать. Хорошая команда, хороший капитан. Надеюсь, они сегодня победят. А вот я знаю, что Потанина, Карпук и Казазян, они можно назвать юристы, да? Да? Наверное. И Митривели, и Рома Аркадашвили, они такие творцы, потому что и художник, да, станковая живопись. Рома креативщик, да, рекламщик. Креативщик, да. Да, и один бизнесмен Коробейник. Вот, три юриста в составе, это о чем говорит? Ни о чем не говорит. Мне кажется, что это вот... просто так получилось, да, что это люди, которые умеют разговаривать, которые много прочитали, да, умеют разговаривать, хорошо говорить. Мне кажется, что это вот юридическая профессия, она накладывает отпечаток в первую очередь в этот жанр. Парни. Да? Особенно Потанина. Особенно Потанина. У вас Юлия Лазарева юрист, кто еще? Одна, да? Да, все, у нас достаточно. В каком смысле? Это ты вспоминаешь сейчас опять вот про вот Тамбовский волк, вот это все, да? Нет, тут же не профессия. Профессия, конечно, накладывает на человека определенный след, но мне кажется, что когда это не определяющая история. Может быть, команда из 6 математиков, которая будет отлично играть. Они практикующие юристы или как? Лен, по-моему, не практикующий юрист, нет? Нет, почему? Айк, я не знаю. И кто еще юрист? Карпук, да. Да, Миша Карпук, он замдиректора по правовым вопросам в строительно-инвестиционной компании, да? Да. Айк – кандидат юридических наук, на минуточку, да? То есть он, наверное, преподает скорее, чем… Он руководитель юридического отдела телекомпании. Два практикуют. Ради бога. Юля, я знаю, практикует. Юля практикует еще как. К счастью, еще на нас не практикует, но у нее и так без нас. Если что, вы знаете, к кому обращаться, да, Балаш? У нас есть свой юрист, Юля, если что, мы к Юле. Но надеюсь, не придется. И про апелляции в игре, да? Про все что угодно. Нет, апелляции это не для нас. Скорее, капитану, наверное. Ну и мы не апеллируем. Было это хоть раз такое, что мы апеллируем? По-моему, нет. Ребят, как вы относитесь вот к этому новому правилу, что теперь можно после истечения минуты на обсуждение любому человеку в зале сказать, что берите помощь клуба? У меня есть какая-то своя теория, да, с одной стороны, это должно, видимо, как-то убрать лишнюю возможность подсказки, да, как-то вот сбавить накал этой подсказок, которые в последние несколько лет были валом каким-то, да, с другой стороны, мне кажется, что это придаст некоторого бардака. Я так понимаю, что отмена желтой карточки таким образом произошла. Да, да, это так. Да. Но, наш Книксон Равшан Аскерова. Я на самом деле не совсем пока могу понять и осознать, это хорошо или плохо, потому что бывало такое, что кто-то стоит в зале и совершенно уверен в том, что версия правильная и пытается подсказать. Когда сидишь за столом, и кто-то вдруг, допустим, есть версия правильная за столом, и ты собираешься отвечать, вдруг кто-то из зала говорит, что берите помощь. И ты начинаешь думать, что, наверное, мы неправильно придумали. На самом деле это может и помешать тоже. Да, чувак может быть уверен в том, что у него правильный ответ, а он сам, говорит, не дело, да. Потому что несколько секунд славы на Первом канале. Я бы, например, на месте... Не удержался. Да, не удержался. Как-нибудь попробуй, Миша. Ты думаешь о славе? Сегодня. Нет, это шутка. Мне кажется, была подсказка. Подсказка, да. Как вам игра звезд КВН на прошлой неделе? Я открою страшную тайну. Я ее не смотрел, но смотрел. Тогда к тебе вопрос. Но смотрела Надя, и Надя говорила, что ей... Это жена. Да, очень понравилось, что ребята прямо играли с азартом, ярко, правильно. Я посмотрел, честно говоря, первые 4 вопроса и ушел спать. Я очень люблю КВН. 2 миллиона просмотров на YouTube. Спи дальше. Я очень люблю КВН.
Очень люблю КВН. Ну, неделю назад я убедился, что клуб наш в хорошей форме, а ведущий очень хорошо шутит. И на самом деле, ребята очень волновались, но слава богу, команда идет. Победить. Команда, как настрой? Отлично прям. Прям вот готовы. Миша? Миша обнимается, не мешайте. Отлично, отлично. Мы готовы. Ну, порвать телезрителей, в хорошем смысле. Не то, что мы их любим, готовы сыграть свою силу. Миша, я думаю так. Больше не трогаю, спасибо. А Миша? Ну что ж, спасибо. Спасибо, ребята. Продолжаем трансляцию. И вот мы снова в эфире. Саша Золотова. Здравствуй, Саша. Здравствуйте, Евгений. Роман Кузиков. Привет. Это наш новенький. Его представляйте. Его зовут Илья Баженов. Здравствуйте, Илья Баженов. Очень приятно, Илья. Это новый знаток команды Константина Рудера, который сыграет через 2 недели, 25 марта. Илья, расскажи, пожалуйста, о себе. Вот зачем ты пришел в телевизионный клуб «Что, где, когда»? Зачем тебе это нужно? Зачем? Скорее, зачем? Потому что я всегда это, наверное, хотел, как я всегда смотрел передачи. Скорее, как? Потому что для меня это такая неожиданность. Я всего год работаю в Росатоме, и так счастливо сложились обстоятельства. Еще буквально со студенческой скамьи прям в команду Росатом. Здорово. Тебя уже команда посвятила в богатую историю команды Рудера? Мы заставили его посмотреть все наши игры. Все? И мне кажется, это было мучительно, особенно последние наши проигрыши. Признайся, ты посмотрел их все? Да, я думаю, все, наверное, игры я посмотрел, но, как казалось при пересмотре, что я большинство уже видел игр, ну, я старался следить всегда за что-никогда. Ты все-таки наш постоянный телезритель. Да, безусловно, да. Желание стать знатоком, оно было в детстве, может быть? Да, но, наверное, как-то вместе с моей детской любознательностью проснулась, когда я совсем еще не понимал, что происходит на экране. Я смотрел, любовался, а потом начал уже что-то понимать и сейчас хотеть ты понимаешь, попасть. Можно сказать. Попал, ну, можно сказать, в топовую команду, да, Саша? Я не очень вас захваливаю. Очень захваливаете. Очень-очень захваливаете. Сколько у вас поражений было? У нас пополам. То есть у нас было 10 игр, 5 побед, 5 поражений. Последние 3 поражения. Да, то есть у нас сейчас прямо такое пике, из которого, я надеюсь, мы выйдем через 2 недели. Прямо очень надеюсь. Я должен сказать, что Илья заменил Артема Лосева, правильно? Да. Да. Вы не Почему очень скучаете? Мы не в курсе. То есть это все происходит без нашего участия. Понятно. То есть Росатом сам формирует свою команду. Да, вот встречайте нового игрока, и мы изо всех сил стараемся, чтобы он влился в команду. Илья, ну, давай, рассказывай, как ты вливался в эту команду. Хорошо ли они тебя приняли? Очень здорово приняли. Мне понравилось. Правда? Что, да, конечно, потому что очень веселые ребята, с ними комфортно, интересно общаться, весело тренироваться. Рудер такой веселый, обхохочешься, да? Рудер, я думаю, он самый веселый. Ну, не считая Никиты Баринова, конечно. Так что все здорово. Ром, ну расскажи, как вот команда прожила этот год, штрафной год 17-й? По отдельности первое, что приходит в голову, потому что, ну, наверное, уже все знают, что... Собирались. Рассредоточен. Нет, конечно, собирались, но это было периодически. Больше общения было в сети, по скайпу. Вот. К активным тренировкам приступили совсем, ну, в конце прошлого года, когда уже почувствовали запах игры. Ну, чем пахнет игра? Победой. Надеемся на это, во всяком случае. Очень хочется сыграть, очень хочется выиграть, действительно выйти из этого. К игре готов, уже ответы такие пошли образные. Стараемся, только с тренировки. Ну, Рома у нас сыграл 2 раза, и у него еще не было ни одной победы, поэтому Роме, я думаю, как никому вот просто в команде, очень хочется хотя бы почувствовать, как это. Я прямо вообще очень хочу, чтобы все-таки это случилось. Главное не привыкать к поражению. Да, да. Это точно. Илья, расскажи, пожалуйста, кто твои любимые знатоки в клубе? Вот есть такие? Да, но сейчас, наверное, этого знатока в клубе нет. Мой любимый знаток, когда я всегда смотрел игру, был Илья Новиков. Это мой любимый знаток. А из современных? Из современных? Александр Золотов, конечно.
Правильный ответ, так. Я вообще хотела бы сказать Константин Рудер. Константин Рудер, ну, тоже ничего. Это была первая мысль, но я догадался ответить по-другому. Поменял версию. Я же все-таки рядом, а Кости еще нет. Скажем, наши магистры, Друзь, Козлов, Поташов, Сиднев. Ты знаешь таких людей, да? Конечно, знаю, да. Кто из них мне более симпатичен? Друзь или Поташов? Быть... Это как Достоевский или Толстой? Друзь или Поташов? Нет, ну, давайте не будем смущать человека. Может быть, ему никто из них не нравится, я же не знаю. Наверное, вот такой по знатоцкой игре я не берусь судить, кто мне больше нравится, но по энергетике, по своей, по запалу мне очень нравится господин Козлов. Думаю, что вот его энергетика мне близка и импонирует очень. Что сказали домашние родители, когда ты им объявил, что сыграешь скоро на Первом канале? Ну... Не знаю, если бы я видел в этот момент их лица, я, может, вам подробнее ответил на этот вопрос, но я сам из Нововоронежа, а здесь учусь в Москве, поэтому это было довольно так, о, класс, ну, по сообщению тяжелее понять, чем. Что ж, ребят, я желаю вам хорошего возвращения, Илья, тебе яркого дебюта. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Смирнов. Да. Миша, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня играет команда Потаниной. Как вы к ней относитесь? Вы у нас старейшина, известный капитан 90-х, а Лена тоже капитан. Как она капитанит? Ну, вы знаете, ведь капитан – это довольно специфическая вообще роль в команде, очень специфическая. Это такое сочетание интуиции, своих знаний, доверия к людям, оценки людей. То есть, ну, по большому счету, очень интуитивная. Ну и Лена, у нее интуиция развита неплохо, очень неплохо. То есть, на самом деле, вот, может быть, капитан для нее очень хорошо подходит. Не потому, что она там молодая, красивая, да, не только потому. А на самом деле, чисто из практических соображений, у нее хорошо развита интуиция. Ну, я считаю, что они могут хорошо сыграть. Вопрос про счет я не могу сказать, потому что не знаю, как игра покажет. Вы сами знаете. Я не спрашиваю прогноз. А, Михаил, вот вы сказали своих знаний, да? А разве нужны знания капитану? Ведь капитан, он должен выбирать из того, что ему дает команда. А как же возможно выбирать, если ты не представляешь, из чего выбирать? Команда же дала, если она дала. Капитан должен понять. Ведь, в принципе, команда объясняет капитану. И капитан, как самый там, типа, тупой человек, должен... Объясняет суть вопроса. Нет, суть ответа. И капитан должен понять... Принять это на интуицию, чтобы интуитивно сообразить, нужно что-то понимать, какой ответ, содержание ответа. Можно, конечно, случайно ткнуть пальцем и попасть, но это неправильно будет. По большому счету, команда, так сказать, объясняет капитану, как самому типа там, тупому, да? И вот он принимает решение, основываясь на своем мнении, ну, как судья, который по своим убеждениям принимает решение. И вот, ну, человек должен иметь как-то определенный уровень интеллектуальный, чтобы, в принципе, согласиться или не согласиться. Потому что бывает, команда приняла решение, а он отдает игроку, который высказал другое мнение. И оказывается прав очень часто. Вот откуда это берется? Это берется на интуиции. Но интуиция, она в любом случае должна опираться на какие-то знания, хотя бы базовые знания. Михаил, а как вы оцениваете свою историю в клубе? Вы хороший капитан, хорошая ли у вас интуиция? Вот... Расскажите. Ну, вы знаете, я все-таки думаю, поскольку мы, когда выиграли тогда красные пиджаки бессмертных, обыграв команду «Друзья», да, но я считаю, что я неплохой был капитан. 94-й год, я напомню нашим телезрителям. Я считаю, что и сейчас тоже могу сыграть, могу, так сказать, выстрелить. Но тут уже другая история. Я считаю, что был очень неплохим капитаном. То есть наравне с лучшими. Я считаю, что у хороших капитанов в команде и рождаются звезды. Ведь у вас и Максим Поташов выстрелил, и Боря Левин, да. Ну и остальные игроки тоже, ведь на самом деле они внесли свою достаточно большую лепту. Остальные игроки тоже ведь непростые. Скажем, Женя Емельянов, ведь он нашел несколько ответов, когда вот никто не верил. Там был вопрос по поводу, зачем перо на свадьбах у казаков.
бревно и перо. Ну вот он единственный высказал идею, которую никто не верил, но я ему отдал, потому что мне показалось, что он прав. И на самом деле оказался он прав. Так что тут на самом деле вот они стали, вот и Боря Левин, и, значит, Макс Баташов, они стали вот такими известными. Остальные игроки тоже очень непростые люди, очень хорошие игроки. Простых людей, мне кажется, вообще не бывает. Ну, в общем-то, да. Простых людей, простой человек – это такой оксюморон, непонятно. Не бывает простых. Был такой очень интересный писатель и поэт Михаил Анчаров. У него был такой закон безжалостной игры – не люди умирают, а миры. Он очень интересный был человек. И вот он такие вот вещи сказал. Каждый человек – это личность, каждый человек что-то может, что-то знает, что-то умеет. Вот я, например, никогда не встречал глупых девушек. Вот не попадались мне ни разу. Вам везло. Боря, подходи, пожалуйста, к нам. Вот та самая звезда, о которой мы сейчас столько говорили. Михаил, вот в присутствии Левина расскажите нам, нашим телезрителям, в 90-е годы, когда он начинал в вашей команде, он был таким же острословым, шутником и балагуром? Нет, балагуром, на самом деле, он и сейчас не балагур. А то, что у него мозги правильно заточены, он достаточно остроумный человек, ну, это свойство умного человека. Жень, кстати, я забыл, я с вами не общаюсь. Вы в прошлой трансляции сказали, что я не всегда удачно шучу. Я посмотрел. Я так сказал? Да, я посмотрел, я это видел. Я на основе какой-то статистики это сказал. Вычеркнуто, все. Тут маленький момент. Из списка, как сказал Миша, умный, остроумный, это не он. Михаил, а как надолго Боря обижается обычно? Ну, на самом деле, он, как любой умный человек, он, значит, это самое, морщит ум, морщит лоб, там, надувает губы, но это ненадолго. Он достаточно объективный человек. Смотря на кого. Ну, это смотря на кого. Есть очень богатая мимика. Мы телезрители знают это, да, Боря? Да. Богатая мимика. Вы просто не видели, как он ругается. Ты видел? А то. Ну вот капитан команды для своей команды, он как отец родной, да? Ничего подобного. Нет? На самом деле это как вот... Как мать родная. Это тут получается довольно смешная история. Максим это к нам подошел, здравствуйте. На самом деле это вот, грубо говоря, можно назвать, ну, вожаком стаи волков. Баташов волк, что ли, да? А то нет. Максим Оскарович Максим Оскарович по юности боксом занимался, так что... Вы занимались боксом? Было дело, да. На ринге? И на ринге тоже. В подворотне. И на брейн-ринге, и много где. Нет, так что на самом деле очень же... Да, и игроки его команды, помню, гардеробщик сбили. Что вспомнил. Боря, сейчас была твоя очередная смешная шутка, да? Нет, это не шутка, это факт. Биография Максима и его команды. Не, на брейн-ринге. За что вы били гардеробщиц, Максим? Это были женские разборки. Женские разборки. Это самое страшное, понимаете. Женский бокс, он бессмысленный и беспощадный. Потанина занималась боксом, да. Это видно. Повышева, простите. А видно по Потаниной. По обеим. Потанина боксом? Нет, на самом деле, каждый из игроков – это личность абсолютно неординарная. Нестандартная, очень умная, очень самоуверенная, очень уверенная, очень, так сказать, характерная. Привет. Здрасте. Здорово. Забежал на огонек. Вот. Не, ну я смотрю, что ты от старых перцев. Все-таки... Вы какой? Вы болгарский, вы же в Болгарии играли. Я Чили. Называется боксом. Острый перец, острый. Так что на самом деле... Так вот, я не понимаю, капитан должен быть нянькой и отцом родным для своей команды или нет? Представляете, вот здоровые мужики, состоявшиеся в жизни, с семьей, им еще быть отцом родным? Да никогда. Нет, они сами не понимают. Это бывает по-разному. Это по-разному, как? Да. То есть на самом деле, конечно, должен, но не постоянно, а в экстренных случаях. Потому что когда, если совсем, как бы, это дело пустить на самотек... Брать ответственность на себя приходится, да, естественно. Да, и прикрывать это самое. Да. Как наседка своих цыплят прикрывает, это тоже капитанская функция. Знаете про команду Потанина, и как у нее обстоят дела в команде? Мы все знаем про команду Потанина. Чего, я про наседку зря сказал? Я вот не знал, что Хочу, чтобы вы развили эту мысль. Нет, так чего уже. Умному достаточно, как говорили древние римляне. Да, а остальные? Нет, ну... Ты уже говори, как римляне не говорили. Есть такая мысль. Хорошо, я не хватало, чтобы я по латыни разговаривал. Давайте я скажу, что я думаю о команде Потаниной. Все? Я всегда о ней думаю, да. Барабанная дробь, пожалуйста, Максим Поташов. Я вам скажу, что мне эта команда очень нравится.
Тут одна из моих любимых команд в клубе, потому что мне очень нравится идея. Да, идея дружбы народов. Дружба народов. Это здорово, это то, чего нам очень не хватает. При этом я считаю, что у этой команды очень большой потенциал, который она еще пока ни разу не показала. И, по-моему, на мой взгляд, так. Но на самом деле они могут. И вот сегодня, по-моему, для этой команды момент истины. Да? Что же им нужно сделать, чтобы показать потенциал? Половина дела уже сделано. Сегодня на игре, как вы знаете, за подсказку на опросы не будет Равшана. Все вы знаете. А вот Равшан, он мать родная, как капитан. У него же одни девушки. Отец, скорее. Отлично отозвал из эха. Мать, да. Нет, ну просто там, как вы знаете, был конфликт у одного из игроков команды с Равшаном в другой версии. Ну и чего? Ну и это самое, и то, что его сегодня не будет, это в плюс, на мой взгляд. А есть такая команда, у игроков которой не было конфликтов с Равшаном? Нет, ну, здесь не у игроков, а именно вот как это, там, конкретный. Вы пришли, как желтая пресса. Да, все перевел. Все конфликты нам рассказали. Ну что это? Ну а чего это? Что это? А вы для чего здесь стоите? Почему я за вас должен... Пытаюсь интеллигентничать. Александр, пришли вы. Напрасно, но все равно не получается. Он наговаривает на Потанина, что она боксом занималась вообще. Вообще какие-то сплетни рассказывают. Потанина боксом занялась? По-моему, это Повышева. Повышева. Господа, я понял. Я как желтая пресса, я знаю, что Потанина ничем серьезным не занималась. Серьезным занималась Повышева. Боксом. Максим Поташов. Спасибо, господа. Спасибо. Так, вот будущее нашего клуба сейчас на экранах. Здравствуйте. Добрый вечер. Иван Жаркевич, это не кто-нибудь, это Иван Жаркевич, капитан команды новичков, которая должна сыграть летом, да? Точно. Будет потеплее, не так, как сегодня, весенняя серия. Кирилл Чернышов. Здравствуйте. Этого молодого человека я пока не знаю. Иван, представляй. Денис Галиакберов. Наш молодой, подающий надежды, огромные надежды игрок, очень хорошо зарекомендовавший себя в командах студенческих, спортивном «Что, где, когда». Мы очень надеемся, что он будет такой опорой нашей команды. Каждый раз очень приятно слышать. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Настя Рекшинская. Я помню на отборочном туре. Настя, привет. Привет. И уже знакомый по нашим трансляциям Лев Кертман. Добрый день. Здравствуйте. Вечер. Кого-то не хватает, да? Не хватает Михаила. Михаила Новоселова. Да, Михаил Новоселова, конечно. Денис Василов сейчас, насколько я понимаю, где-то далеко в теплых краях, да, на солнечном Кипре, не то что мы. И мы сейчас гораздо теплее, чем нам. Ну, позавидуем Михаилу. Настя, начнем с тебя. Ты новый человек для наших телезрителей. Ну вот я сегодня у новичков спрашиваю, зачем им это нужно приходить сюда и играть «Что, где, когда» в телевизионном клубе. Ответь на этот вопрос, зачем? Думаю, чтобы проверить себя, проверить свои силы. Мне кажется, для любого человека, который в спортивной, например, «Что, где, когда» где-то помимо телеклуба играет, это потрясающая возможность понять, чего ты стоишь на самом деле, поскольку перед камерами, перед зрителями это в десятки раз больше напряжения, и ты просто для себя можешь ответить на вопрос, на самом деле ли это что-то, что ты можешь, и что-то, что ты готов показывать другим людям, ну, или нет, или увидим. Проверить себя. Думаю, да. Денис. Ну, я бы сказал, что это в основном для того, чтобы, когда разговариваешь с неигроками, после фразы «я играю что, где, когда», не добавлять «нет, это не то, которое по телевизору». Вот. Это важно. Можно и не путать с КВНом. Хотя после прошлой игры... Это сложно, да. Вот. Как вы относитесь к команде Елены Потаниной? Настя. Ну, для меня команда Елены Потаниной, команда, в которой девушка-капитан, сильная девушка, интересная, и вся команда целиком такая же интересная и увлекательная, это, конечно, удивительное совершенно явление, как, в общем, на самом деле, любая команда клуба по-своему удивительная, за ним всегда интересно наблюдать. У них очень живой процесс за столом, и многие вещи рождаются вот из взаимодействия игроков, что, мне кажется, безумно ценно, что самое, наверное, ценное. Поэтому я надеюсь сегодня увидеть очень увлекательную игру для себя. Иван Жаркевич, капитан строгий? Иван требовательный, но, честно говоря, мы пока не сказать, что у меня было
достаточно много возможностей с Иваном именно в качестве капитана взаимодействовать, я бы не стала, это сильное утверждение. Вот. Но, ну, конечно, у каждого человека свой стиль. Я думаю, что это совершенно другой стиль. Денис хочет сказать про команду Потаниной. Пожалуйста. Да. Про команду Потаниных я хочу сказать, что это очень опытные игроки, у которых нам, наверное, нужно будет чему-нибудь научиться. Они начали играть в телевизоре еще до того, как я начал играть вообще, в спортивную версию даже. Вот, так что это одни из тех людей, на которых я равнялся, когда начинал играть. Потанина? Ну, не сама, может быть, Елена. Вот. Но, с другой стороны, какое имеет значение гендер в нашем постгендерном обществе? Я вообще не об этом, ну что ты. Нет, на самом деле очень интересная еще команда, потому что, насколько я понимаю, это команда с самой широкой реальной географией, то есть там нет буквально двух человек, живущих в одном городе. Мне вот очень интересно как-нибудь при случае у Лены узнать, как они вообще тренируются, видятся. Это, на самом деле, даже видно в их обсуждении. Они периодически ссылаются на какие-то разные реалии, которые явно не знают остальные люди за столом или не очень знают. То есть это сложно, и у них довольно хорошо получается сочетать вот эти вот разные стили. Причем у них еще опыт разных телеклубов, тоже чувствуется, что немножко по-разному принято там на разной громкости даже говорить. Это очень интересное сочетание, за этим очень интересно наблюдать. И не думаю, что это уж так применимо, но интересно. Напомню телезрителям, что все игроки этой команды собраны из разных телеклубов, которые в разных странах выходят программы «Что, где, когда». Иван, ну что ж, встретимся тогда в следующий раз. И я желаю вам тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Спасибо. Охота начнем. Да. Счастливо. Спасибо. Привет, Женя. Привет, Боря. Здравствуйте, Елена. Да, здравствуйте. Это мама Бориса Белозерова. Давненько вас у нас не было. А не приглашаете. Ну, я тут ни при чем. Да, вы спросили, я ответила. А кажется, это был какой год? В 15-м ты была последний раз? Ну, наверное, думаю, что да. Да, год 3 назад. Была такая версия, что когда вот сын играет, то мамам лучше не появляться. Ну, с этим не согласны? Я с этим согласна, и поэтому мы в этот раз делали рокировочку, мы поменялись. То есть я прихожу на Елену, на игру Елены Потаниной, а на игру Бориса придет другой болельщик. Елены, да. Так что, мы решили, что будет интересно все-таки, да, давно мам не была. Елена Юрьевна, расскажите, как вырос во всех смыслах, я сейчас не только про физический рост, Борис за те годы, что вы у нас не были? Да. Конечно же, повзрослел. То есть вот эти вот годы, которые от 20 до 30 лет, что это, понятно, самые плодотворные годы, тут тоже год за два, за три идет. Конечно, он вырос. И, по идее, человек, который заканчивает уже университет, заканчивает обучение, практически уже это не студент, это уже человек взрослый, который зарабатывает деньги, кстати сказать. Это похвально, но я же не об этом. Мне кажется, он просто стал звездой клуба, как вы считаете? Это вам виднее на самом деле. А я хочу вашу точку зрения узнать. Мне кажется, что он не худший в этом клубе, но звезд у вас на самом деле столько, что вот прямо сказать, что вот Борис прямо какая-то вот такая звезда, я бы так бы не сказала. И не из скромности, конечно. Тот суперблиц 16-го года. Это было замечательно, но вот я хочу сказать, что я буквально 3 дня назад смотрела игру Елены Потаниной, где играл блиц Аркадашвили. И если вот как зритель я тогда смотрела, немножечко раздражалась, что человек это немножечко, казалось, тянет время, то в этот раз мы получили такое наслаждение от того, как человек вслух крутил вопросы. Это было просто что-то нереальное. Так что были другие люди, которые... Борис, конечно... Дело в том, я объясню, почему я так. Я никогда не смотрю вживую его игры. Вот и все. Потому что меня трясет так, я всегда сижу в другой комнате, в лучшем случае. Вы второй человек. Вот я знаю, жена Равшана Аскерова не может смотреть. И вы. Я знаю мам спортсменов, которые в это время ходят по магазинам, например. Это фигуристы, да, которые? Фигуристов, да, например. Потому что это нервы нереальные просто. Это вообще... Начинается такой сюрреализм, лучше этого не видеть. Ни в каком случае. Никогда выигрывают, никогда проигрывают. Я болею в темной комнате, в черном ящике. Вам в целом нравится, как идет, назовем это карьерой, да, в клубе у Бориса? Тут жаловаться грех абсолютно, конечно. Конечно же нравится. Ну что же. Потому что капитан команды, считаю, что да, он один из самых молодых капитанов в клубе, да? Как бы он, мне кажется, что самый. Да. Проявляет себя отлично. Команда у него мне очень нравится. То есть, как бы вообще, мечты сбываются. Елена, я знаю, что Боря, извини, что я о себе в третьем лице,
случайно стал капитаном, планировался, по-моему, другой игрок на это место. И даже долго потом как бы были сомнения и колебания, даже я в этих разговорах тут как-то поучаствовала, что да, не капитан, нет. Расскажите, знаете что, изменился ли его характер? Ведь вы как никто, лучше вас его никто не знает. Изменился ли характер, скажем, в общении, дома, какие-то капитанские нотки, руководителя, а? Нет, я вам расскажу такую историю. Когда Боря родился, я хотела ребенка переименовать. Потому что я в гороскопе имени вычитала, что Борис – это бетонная рука или стальная рука, но бетонная рука в стальной рукавице. То есть он всегда вот такой. Это ребенок, который вот такой, которого мы часто меняли школы, и в какой бы мы класс ни приходили, начинались все время драки. Почему человек борется за лидерство? Его выгоняли часто, да? Нет, его не выгоняли. Я искала, я перфекционист, я искала что-то лучшее. Мы поменяли кучу садиков, кучу школ в разных городах. И пока вот я не нашла то, что более как бы менее меня устроило, но в каждом классе у нас были разборки. Почему? Потому что Боря всегда приходил, а класс уже был устоявшийся, а Боря хотел быть лидером. Да. Сначала это было даже и с кровью. Да, бывало и такое. Вот, ну в целом все так. Все правда, да? Да. Так что характер, как будто он был, он не, ну, не поменялся, просто он вылился, наконец, в какое-то нужное русло. Я не устаю повторять эту историю, что именно Лена Потанина когда-то посоветовала, Боря, тебя в телеклуб. Мы с Леной вот играли в сборной России, уже второй раз играли за сборную России в телевизионном брейн-ринге чемпионате мира в Азербайджане. И вообще Лена очень, очень хороший капитан. Вот. С каждым годом я все больше начинаю ценить то ее умение, и это очень здорово. Я прям на игры ее команды всегда прихожу с удовольствием. Надеюсь, что сегодня у них все получится. Им тяжелее, возможно, чем любой другой команде. Они все живут в разных странах, но они тренируются, они собираются, когда могут, и это достойно, достойно того, чтобы быть вознаграждено. Я надеюсь, что сегодня они вычеркнут прошлый сезон из своей памяти и из нашей, и войдут в новый сезон полноценной команды клуба без малейших оглядок на прошлые неудачи. Я верю, что у них это получится. Что ж, пожелаем им удачи. Да, Елена удачи. Ирина, спасибо. Пожалуйста, всегда приглашайте. Вот сейчас Боря Белозеров вспомнил про Brain Ring. Я тоже предлагаю вам посмотреть анонс программы Brain Ring на канале НТВ. Дамы и господа, на ринг вызывается Андрей Козлов! Бокс! Брейк! Брейк! Не брейк, а брейн! Брейн-ринг! И пусть победит умнейший! Чемпионат России по брейн-рингу с Андреем Козловым! На НТВ. Итак, каждую субботу в 22:30 вы сможете смотреть Brain Ring. Вчера вышла уже вторая игра этого чемпионата России. Я хочу вам сказать, что после каждой игры заходите на наш новый канал brainring.rf. И там вы найдете все, что скрыто за кадром программы Brain Ring. Интервью с арбитрами независимыми, с артистами, с игроками. Они вам расскажут все, что не вошло в трансляцию на канале НТВ. Если у вас есть какие-то вопросы о Brain Ring, пишите по адресу brainring@tvigra.ru. Итак, а мы сейчас скоро продолжим. Продолжаем трансляцию. Итак, уважаемые телезрители, в 22 часа и 38 минут на Первом канале смотрите прямой эфир «Что, где, когда». Сразу после программы «Время». Нас немножко задержали на 8 минут. Давненько не было конкурсов. Вы просили, и я готов. У меня есть подарок для того из вас, кто ответит на мой вопрос. Я придумал вопрос, можете меня с этим поздравить. Вопрос такой. Вот у нас очень рано в этом году начались весенние игры. Обычно, вы знаете, они начинались в конце марта, ну, в крайнем случае, в середине, не раньше.
И в этом году 4 марта это рекорд. Так рано мы еще не начинали. Но была одна игра за историю клуба, когда тоже весенняя серия началась рано. И я прошу вас ответить на мой вопрос. Какой цвет объединяет... Нет, не какой цвет, а какой предмет и какого он цвета, который объединяет эти две игры? Вот тот, кто первый догадается и ответит на мой вопрос, присылайте, кстати, ответы по адресу online@tvigra.ru. Тому я подарю кое-что. Музыкальная пауза, как всегда, по плану. Артист еще не приехал, и мы постараемся взять интервью у него сразу после музыкального номера и покажем во второй части трансляции. Как только закончится эфир на Первом канале, возвращайтесь на что-где-когда.рф и смотрите впечатления игроков команды Елены Потаниной. Пожалуй, у меня все. И в 22:38 смотрите прямой эфир «Что, где, когда». Пока. Do 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 do